Спонсором сегодняшнего видеоролика является магазин цифровых товаров SteamExtra.ru. Если вы давно мечтали приобрести вашу любимую игру по очень низкой цене, то я рекомендую вам сделать это именно на этом сайте. Лучшие цены, безопасность и моментальная доставка ждут вас именно здесь. Поэтому, друзья, заходите и покупайте игры. Ссылочку я оставлю в описании к ролику. Друзья, давайте наберем на этом ролике 3000 лайков. Как только набирается 3000 лайков, я сразу же выкладываю ссылку на скачку данной модификации в описании. И также, друзья, не забывайте, что каждый ваш лайк меня очень сильно мотивирует, поэтому ставьте лайк. Всем привет, друзья, с вами я, Жака Гост, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня, друзья, мы с вами покатаемся по бездорожью. То есть, да, ребятки, сегодня мы с вами посмотрим на карту, которую мы пройдем вот на этом крутом здоровяке. Посмотрите на эту тачку. Мне кажется, она сегодня порвет все это бездорожье. В общем-то, ребятки, эта карта вообще очень-очень часто дополняется. То есть, я как ни посмотрю, ее постоянно перезаливают. И постоянно доделывают что-то новое. Мне кажется, что она будет очень интересна и реально заслуживает нашего с вами внимания. Поэтому давайте-ка мы уже начнем и посмотрим, что же это вообще такая за карта, в общем-то. Надеюсь, у нас получится ее пройти, потому что она крутая, по-моему. Не зря же ее столько раз, блин, дополняют и переделывают. Так, ну что ж, вот и первое препятствие, такое достаточно маленькое. Ой, а вот тут на камушках, наверное, будет сейчас поосторожнее, блин, быть, так. Хотя с нашей подвеской, мне кажется, будет вообще непроблематично все это дело проехать. Так, здесь вот так вот аккуратненько. Ой, что-то я подвис так маленько, вы видели, да? Прям на камнях. Так, хорошо, погнали дальше. Она, кстати, рвет как-то, блин, сильно. Что-то как-то странновато, походу зря я двигатель поставил самый мощный. Ну ладно, в общем-то, поехали дальше. О, теперь по водичке. Ох, отлично, вообще нормас. Блин, карта уже нравится. Серьезно, ребят, она, кстати, недостаточно такая вроде как большая. Надеюсь, что мы ее, блин, пройдем. Так, ой, что-то тут как-то тут тяжеловато проезжать-то. Потихоньку становится. Надеюсь, мы, блин, не вылезем куда-нибудь и не разобьемся. А то было бы, наверное, не очень хорошо. Так, давайте от первого попробуем. О, вот от первого вообще. Ай! Блин, братюх, ты чё тут творишь? Надо его, короче, выключить. Так, вот таким вот образом. Все хорошо. Так, и поехали дальше. Так, ой, сейчас на дерево. Получится, нет? Давай! Оп, отлично! Так, а здесь? Ну, здесь просто проехать, хорошо. Так, ну, в принципе, пока что вроде как все легко. Так, ну движок реально просто рвет, а посмотрите, как она стартует. Жесть. Я ничего там не выкручивал, никакую мощность. Так, вот здесь надо как-то поаккуратнее как-то. По камушкам по всем проедем. Вот так вот. Оп. Теперь по этому. Оп. Вот так вот. Хорошо. Так. Хорошо, что у нее подвеска гигантская. Вообще просто шикарно. Так. Поехали. Поехали дальше. Так, куда нам? Куда? Стрелочки показывают туда. Значит, гоним в эту сторону. Так, хорошо. Ну, пока что вроде все получается, слава богу. Так, а здесь по водичке. Так, проезжаем. Так, и куда? В ту сторону. Вот, отлично, хорошо, поехали. Так, вау, блин! Чё за херня? Ни хрена я подлетел. Так, аккуратненько. Надо теперь быть аккуратнее, потому что это какая-то жесть была. Хорошо. Так, поехали, в общем, сейчас в эту сторону. Ой, а здесь нам надо поаккуратнее как-то. Что там вообще будет? Я ничего не вижу. От первого тяжело. Давайте от второго. От третьего, точнее. О! Вот, кстати, нормас, блин. Карта реально крутая. Как я ее до этого еще не заметил. Она уже вышла-то, в принципе, достаточно так давно. Ну как давно? Недельки 4-3 назад точно. Ее до сих пор, блин, доделывают. Вау, блин! Что за фигня? Я не смог сломать палку? Так, а я сейчас вот так вот заехать. Вот, хорошо. Так, камушек. Аккуратненько. Так, проезжаем. Блин, давай, газуй. Вот, отлично. Так, ну-ка здесь. Тоже так надо аккуратненько все сделать. Хох. Блин, карта шикарная, ребят. Посмотрите на это все дело. Так, отъезжай, точнее, отбегай. Что-то такое там. Олень, да, вроде, или лось. Хер знает, кто это. Тихо! Охренеть, я чуть не утонул, блин! Просто шикарно, ребят! Просто офигенно! Так, теперь в эту сторону. Ой, я там вижу, что-то жесткое будет. Ну ладно. Мне же лучше, как говорится. Я хочу экстримчика такого. Так, здесь аккуратнее. Блин, машина рвет! Нет! Нет! Нет, не падай! Не падай! Тихо! Ау, блин! Нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! Переворачивайся! Все. Я заглох. Эх,
Да, ребятки, машинка сломалась. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот сейчас надо быстренько среагировать и починить ее. Вот, хорошо. Все, починил. Да, починил. Короче, ребятки, первый раз мы уже упали в воду. Ой, блин, аккуратно. Давай задом, 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 выезжай, задом, задом. Ай, блин. Ой, опять упал. Ну нет уж. Я так просто не сдамся. Давай, давай, выезжай. Блин, какая крутая точила, ребята. Она вообще просто тащит, реально. Так, сейчас будем аккуратно проезжать, стараться. Я, блин, упал в воду. Чё за бред? Как же я так мог, а? Я же проводитель. Ай, блин. Опять. Тихо, тихо, все, все, стоим, едем спокойно. Так, в принципе, это уже не страшно, вот такие вот, типа, спуски в воду, потому что я только что, блин, проехался к своей крыше по дну этой реки, так что, в принципе, все уже пройдено. Самое сложное, наверное, блин, я опять врезался, опять прилетел. Так, аккуратнее надо все-таки, аккуратнее. Так, здесь так вот проедем, блин, она газует жестко, я вообще, я просто в шоке, как она едет быстро. Так. Здесь налево, хорошо. Ой, нифига, какая тачка стоит крутая. Лего. Так, ой, сейчас. О, все, мы прошли? Серьезно? Она такая маленькая? Че, правда? И... Что? Я не смог снести его? Ну какого хрена? Ой, ребятки, мы ее прошли, блин, че так быстро? Я думал, она побольше будет. Блин, а это обидно даже. Я хотел реально огромную карту. Но, по сути, ее, походу, доделают, скорее всего. Потому что она реально какая-то пока что такая. Типа, не очень большая. Но у нее все впереди. Потому что, ну, мне вот то, что сейчас имеется, оно мне реально нравится. То есть, карта шикарная, ребят, шикарная. Просто небольшого размера. Так, давай кто быстрее, олень или моя тачка. Ах, блин, я все-таки врезался, и мы перелетели. Хорошо, так давайте по воде чисто поездим. Интересно, утону я или нет. Воу, дрифт, дрифт, дрифт в реке. Дрифт в реке, нифига. Давай, 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 давай. Оу. И все, я встал. А, блин, давай, вылази, братюня. Ой, капец, ребятки. Ну, карта прикольная, реально прикольная. Так, давайте, знаете, что мы сделаем? Я хочу сейчас заспавнить себе вертолете какой-нибудь. Ну, давайте вот. Такой маленький, удобненький. Так, надо good mod себе прописать. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, good mod. Все, сейчас пролетим, посмотрим вообще на эту карту. Как бы, как говорится, сверху. Ой, давайте сделаем ночь. Мне интересно, ночью тут все будет светиться или нет? Вроде как фонари стоят. О, как это круто! Тут такая подсветка шикарная! Ребята, блин, надо было это проходить, все было ночью. Жесть, вы посмотрите на это. Это реально круто, ребят, просто круто. Блин, прям карта уже другими цветами загорелась. Вы посмотрите на это дело все. Офигенно. Ребят, мне реально нравится. А, карты по бездорожью нереально прикольные, но мне кажется, их стоит все-таки делать более такими масштабными. Ведь, ну блин, я только, как говорится, вошел во вкус, и все, сразу же пришлось заканчивать. Потому что я ее прошел, и прошел причем очень быстро. Так. Ладно, давайте сейчас мы с вами повеселимся, скажем так, взорвем эту карту. Да, таким вот образом, блин. Только что по ней гонял, такой весь, типа, крутой, и сейчас придется взрывать. Ну, а что еще делать-то? Карту прошли, а повеселиться еще хочется. Поэтому будем взрывать. Так, а мы тут проходили, кстати, нет? По-моему, проходили. Что-то я не помню этого места. А, да, вот, это началка. Так, ой, у меня... О, нет, у меня стоит граппинг-мод, или как он там называется. Так, сейчас я его выключу. Он же скаус, вот этот вот. Все, отлично, выключили. Так, и полетели в ту сторону. Сейчас будем, короче, все разрушать. Так, вот туда ракетку. Вот еще одну. Воу! Ни хрена себе, это ядерные ракеты ведь у меня стоят. Я постоянно забываю. Вы, блин, посмотрите на это дело, ребята. Ой, блин, жесть. Вы посмотрите, как просто все выносит. Так, вот туда вам две ракетки. Оп! Сейчас следующее. Давай, 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 взрывайся. Ох, как хорошо-то, ребятки. Вообще просто жесть. Ну, ракетки мощные. Карта крутая. Мне понравилось, ребят. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. А, в общем-то, не забывайте ставить лайки, потому что как только наберется нужное количество лайков, я вложу ссылку на скачку данной модификации в описании. Ведь, ребятки, карта это постоянно доделывается, так что вполне вероятно, к тому моменту, как я уже выложу этот ролик, будет новая версия этого мода. А значит, что можно будет его по новой скачать и оценить. Ну что ж, с вами был я, Жека Гост. Всем спасибо за просмотр. До скорых
встреч. Давайте посмотрим, как реки взорвутся. Напоследок. Оп. И оп, последняя в воде. Офигенно.